Закон о предоставлении многодетным семьям собственность земельных участков был принят нашими региональными законодателями в апреле 2011 года. Следует отметить, что Брянская область одной из первых разработала порядок предоставления земельных участков семьям, воспитывающим трех и более детей. В соответствии с законом земельные участки предоставляются бесплатно гражданам, проживающим на территории Брянской области, имеющим на дату подачи заявления о предоставлении или передаче в собственность земельного участка трех и более детей, в том числе усыновленных, удочеренных, подопечных и приемных детей, и воспитывающих их до 18-летнего возраста, а учащихся учебных заведений дневной формы обучения любых организационно-правовых форм до окончания обучения, а также детей, проходящих срочную военную службу по призыву, но не более чем до достижения ими 23 лет. У нас в области 7760 многодетных семей могут претендовать на земельные участки. Заявление уже подали 1263 семьи. Участок получили пока только 74. О том, что надо ускорить этот процесс и работать более оперативно, указал вице-губернатор области Александр Касацкий. Также он потребовал от глав муниципальных районов доложить, где территориально будут выдаваться участки и как быстро этот вопрос решится. Он не такой простой, как мы все думаем. Выдать земельный участок многодетной семье, надо первоначально его размежевать, поставить на кадастровый учет и выдать его уже не виртуальной, а реальной. Для этого нужна денежка определенная в бюджете. Понятно, в 2011 году не заложили. Но в 2012 году планировали исполнять закон каким-то образом или не планировали? Начальник управления соцзащиты Брянской области Владимир Лабекин пояснил, что на данный момент их управление готово ввести областной реестр, где будут учитываться все многодетные семьи. Галина Сергейкович, события Брянск.